Оля, это было видео для тебя. Сейчас у нас есть несколько спикеров, которые хотят тебя поздравить и пожелать тебе сказать слова, которые они подготовили. Поэтому приготовься принимать поздравления. Значит, ну, я представлю, наверное, первого спикера. Это Татьяна Киселевич, твоя ближайшая, наверное, коллега, с которой вы вместе работали. Так, я сейчас включу презентацию. Одну секундочку. Как меня видно? Оль, я надеюсь, ты видишь, что сегодня праздник не только у тебя, но и у нас. Оленька, солнышко, ты моя лучшая подружка, ты мой любимый спонсор. Зря меня после такого видеоролика поставили, я тут прослезилась, проплакалась. Поэтому прошу прощения, но это искренние такие у меня ощущения. Оленька, я с всей души поздравляю тебя с днем рождения. Я безумно рада, что судьба нас с тобой свела, и верю, что это не просто так, что и дальше по жизни она нас будет вести тебя до конца наших дней, а жить мы будем с вами долго и счастливо. Оленька, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Сколько бы лет тебе не исполнилось, какие преграды бы не попались на твоем пути, я желаю тебе, чтобы оставалась ты сама собой. В видеоролике все уже было о тебе сказано, да, такой же доброй, такой же искренней, такой же творческой. Вот прям все слова, которые там были сказаны, вот оставайся там такой же. Оленька, хочу пожелать тебе от всей души духовных сил, терпения, здоровья, искренней любви. Знай, если тебе трудно на пути идти сейчас, это значит, что ты поднимаешься наверх к своему желанному успеху. Просто не прекращай подниматься. И хочу сказать, что не бывает такого, чтобы у человека было все и сразу. Я думаю, что все со мной согласятся. Поэтому свой чудесный день рождения я искренне тебе желаю взлета без падения, любви без боли, привязанности без утрат, дружбы без предательства, достатка без обмана, здоровья без лекарства, только wellness, успеха без границ, драйва без тормозов, вес без счета, счастья без края. Оленька, я тебя очень люблю, ценю и уважаю. Любовью, твоя Татьяна Киселевич, твой будущий директор, бриллиантовый. Поздравляю тебя, моя хорошая, всех-всех тебе земных благ, всего-всего тебя. Люблю. Передаю слово следующему нашему спикеру. Всем привет, друзья! Привет из города Бреста! Я тоже тут вся в слезах. Олечка, привет! Мы с тобой знакомы не так давно, как ты знакома с Татьяной, но тем не менее, это не мешает мне тебя сегодня поздравить с этим замечательным днем, потому что я отношусь к тебе с большим уважением, с большой любовью, и я очень рада, что я в твоей команде. Хоть мы и знакомы полтора месяца, но тем не менее, я тебя очень сильно люблю. Ты знаешь, у нас сегодня в Бресте, ну, если вы в Бресте, не знаю, была очень классная погода, солнечная, и мне очень неприятно, и мне очень нравится, что именно твой день рождения сегодняшний, он пришел именно на такую чудесную погоду. Говорят, хорошие люди притягивают хороших друзей, я с этим полностью согласна. Я считаю, что ты очень солнечный, очень классный, очень суперский человек. Я еще раз повторюсь, что я очень рада быть в твоей команде. И я хочу тебе сегодня пожелать, самое главное, это здоровье, это позитива, это веры. Но я думаю, что мы все можем веру и позитив у тебя еще и позаимствовать, потому что ты супер-лидер, ты супер-директор, ты супер-руководитель, который руководит именно грамотно командой. Поэтому мне очень хочется, чтобы ты свой позитив, свое прекрасное настроение всегда продолжала нам передавать, продолжала нас радовать. Мы обязательно будем все подтягиваться за тобой, мы все-таки одна команда. Сегодня шикарный, я считаю, вебинар, и девчонки очень классно сработали, поэтому
Я тут извиняюсь с ребенком. Олечка, мы тебя все очень любим. Я тебе передаю поздравления от всей моей семьи. От... Ой, Тихи, сейчас я возьму. Папа у нас сегодня дежурит, поэтому вот вам всем привет такой. Ты прекрасная мама, ты прекрасная... Да, привет, привет. Ты прекрасная мама, ты прекрасная жена. Я, вообще я тебя очень люблю, поэтому я тебя еще раз поздравляю. Классного тебе дня рождения, классного тебе празднования. Если вы еще не начали, начинайте, потому что есть что отметить. Я тебя очень люблю. Все, всем пока. Девчонки, привет из детства, всех люблю. Все, пока-пока. Передаю слово следующему спикеру. Всем привет! Как меня слышно? То у меня тут настройки, я у бабушки с дедушкой. Все здорово. Олечка, как твои дела? Как ты там приготовилась плакать? Эмоции зашкаливают. Реву. Я когда-то жила в Болгарии, работала там. Сижу, был октябрь, сижу грустная на работе. И приходит моя коллега и говорит: «Юля, что ты такая грустная?» Я говорю: «Ну вот сегодня день матери, я как-то так заскучала, звонила свою маму, поздравляла». Она говорит: «Да?» Говорит: «Я сейчас тоже свою поздравлю». И она звонит своей маме и говорит: «Мама, у меня здесь девочка работает с Беларуси, и у них сегодня день матери». И все, она даже больше не успела ничего сказать. Говорит: «Мама, ты что, там уже плакать приготовилась?» Так и я думаю, наверное, еще наш вебинар не начался, мы уже все такие на эмоциях. Это значит, что, да, эмоции зашкаливают, хочется вот все передать, что вот эти слова, оно как-то так, даже не знаешь, как сложить все в один куплет. Мы тебя поздравляем, я тебя поздравляю с днем рождения, с твоим юбилеем. Я никогда не любила свой день рождения, всегда любила день рождения своих друзей, надеюсь, ты свой этот праздник полюбишь, мы старались как-то так разукрасить его, хоть уже и до самого вечера тянули интригу, но тем не менее. Желаю тебе здоровья, счастья, пусть у тебя всегда будут силы на то, чтобы исполнить свои мечты. И пусть всегда будут цели, которые помогут всем твоим мечтам сбыться. Продолжай нас вдохновлять, восхищать. Будь нашей батарейкой, энерджайзером нашим, нашим лидером. И пусть постоянно будет, остается вот то самое шило в нужном месте. Вот. С праздником, продолжай его отмечать до старого Нового года. Сейчас уже праздник на празднике, поэтому хорошее такое начало. Вот. Всем позитива и хорошего настроения. Олечка, с днем рождения! Хотел очень выступить и поздравить тебя, Олечка, с днем рождения. Это наша Амалия. Поэтому она мне прислала вчера с другой странички ВКонтакте поздравление и просила очень сильно поставить ее фотографию и прочитать это поздравление от ее. Поэтому я сейчас его зачитаю. «Дорогая наша Олечка, милая, нежная, заботливая, с днем рождения тебя! Желаю тебе всего самого светлого и доброго, верных друзей, море ярких огней, здоровья крепкого, терпения безмерного, исполнения всех желаний. Мы тебя любим!» Но я тебе, Оля, скажу, что Амалия еще поздравит тебя, но в данный момент вот она просила передать тебе такое поздравление. А сейчас я передаю слово следующему спикеру. Так... Меня слышно? Я первый раз, в общем-то, в связи. Что-нибудь? О, отлично. Я ничего... Ну как? Слов нет, Олечка. Я понимаю, я большая нагрузка для тебя. Но ты меня поддержала.
Ты золотой человек. У меня просто нет слов. У меня никогда таких друзей не было. Вы что, у меня терпите все в компании своей? У меня просто нет слов. Все, что сказали, девочки. Я не знаю. Олечка, дай Бог тебе счастья, здоровья огромного, особенно свое у нас. Здоровья ни за какие деньги не купишь. И большого мирного неба. Для тебя, для твоего ребеночка, для твоей семьи. Дай Бог тебе счастья, огромного счастья. И чтобы оно никуда не уходило. Чтобы шли одной дорогой, и она у вас не расходилась. Как частенько бывает у некоторых. И мне просто... Я не знаю, я очень впечатлительный человек, и я плачу с вечера, я все слушаю, и девочки все сказали, все, что могли, ну, все равно что-то хочется. Не знаю, Олечка, ты прости меня, что я расстроилась в твой праздник. Ну, знаешь, человек приходит, как сказать, человек не то, что... Не родится человек, он добавляется в этот год. Ой, слов нет. Просто у меня нет слов. И я расстроилась, да, я расстроилась, что ну, я всю жизнь как-то, я одна по жизни, дочь сейчас далеко и... Всегда дни рождения, и вот праздники, все Новый год, сейчас буду сидеть одна. Но я буду радоваться, что у меня есть такие друзья, которые не забывают и поздравляют. И мы тебя поздравляем все. Мы тебя очень все любим. Очень. И будем надеяться, что мы останемся вместе. Я очень этого хочу. Все, девочки, я не могу. Добрый вечер, Оленька. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Прими мои слова простые. Желаю горы золотые, здоровья, босс, любви, торнадо, в делах, на личном, все как надо. В друзьях почет, в семье заботы, и в удовольствии работу, удачи в добрые подруги, повеселиться на досуге, приятных слов и комплиментов, побед и радостных моментов, наград, признаний и оваций. Желаю реализоваться, и счастье в двери пусть ворвется, большое, яркое, как солнце, без стука и предупреждений. И поздравляю с днем рождения. Оленька, я очень жду нашей встречи 10 января. Передаю слово следующему спикеру. Добрый вечер всем. Как меня слышно? Прекрасно. Я уже тоже тут растрогалась, расплакалась. Ну, что тебе, Олечка, пожелать? Уже, наверное, все сказали, все, что можно. Я, честно, очень рада, что ты появилась в моей жизни, что Арифлейм у меня появился. Простите. Тоже только слезы счастья. Вот. Я хочу тебе пожелать, чтобы все твои цели ты их обязательно достигла. Пусть мы даже иногда редко видимся, вот я, к сожалению, как-то путешь, ты уехала вниз. Вот. Очень рада. Я тебя очень поздравляю от всего сердца.
и хочу тебе пожелать в этот юбилей. Желаю в этот юбилей быть еще чуточку хитрей, и всех прекрасней, и добрей. А плохо думать ты не смей. Карьеры, чтобы только вверх, а в спальне детский только смех. И муж, чтоб на руках носил, обед готовил, не бесил. Пусть будет позитив с тобой, уверенный ходьбой всегда. Здоровье будет больше моря, всегда что пахло и крила. Я тоже очень-очень жду нашей встречи, наконец-то 10 января. Желаю, чтобы у тебя всегда было все хорошо, чтобы детки тебя зарадовали еще, чтобы муж тебя зарадовал. Всей командой мы тебя очень поздравляем и очень-очень сильно любим. Спасибо большое. Добрый всем вечер, меня слышно? А видно? Замечательно. Оль, я сегодня очень счастливый человек. Так же, наверное, как и ты. Я просто уверена, что ты сегодня счастливый человек. Потому что рядом с тобой семья, рядом с тобой бизнес, рядом с тобой надежные и очень похожие на тебя друзья. Я хочу сегодня вас задарить мандаринками. Вам видно? Они у меня не вмещаются в руки, у меня тут еще целый пакет, вот еще много, еще много. Девочки и Анатолий, это для вас. Потому что, знаете, это такое счастье, когда в доме пахнет вкусностями, а дом будет. У вас обязательно будет дом, где будет полная чаша. Почему? Потому что вы этого хотите, вы этого достойны. И знаете, я сегодня смотрела на вас, да, и вот я сейчас понимаю, что да, подобные притягивают подобных. И мы все такие плаксы, оказывается, да? Мы не видим Олю, но она, я думаю, что мы ее увидим, и она точно такая же, да? Вот. И знаете, что я увидела? И сегодня, вернее, не сегодня, мы держали секрет несколько дней, и я сегодня счастлива от того, что у тебя такая классная, хорошая команда, отличная команда. Почему? Да потому что они это сделали сюрпризом. И я вот смотрела этот фильм, эту песню, и знаете что? Мне оно напомнило мое день рождения, когда на саммите будущих президентов Oriflame меня поздравляли и пели эту песню, и водили хороводы, и танцевали. И я просто увидела Олю через год. И желаю тебе, Оль, чтобы через год мы твой день рождения, да, ну, юбилей же мало не бывает и много не бывает, чтобы мы твой праздник отметили где-нибудь в кругу друзей, где мы смогли бы это себе позволить. Давайте помечтаем, да, вот давайте напишите, где бы мы хотели в следующем году с Олей отметить день рождения. Ну, я предлагаю какую-нибудь, ну, усадьбу. Тань, пиши. Где угодно, только вместе. Дубай, класс. Я тоже туда хочу. Девочки, еще пишите. Угу. Ну, давайте помечтаем. Оля, она же такая мечтательница. Вот, здорово, на бриллиантовой конференции. Кто это? Юлечка, огромное тебе спасибо. Оль, мы к тебе тоже приедем. Но... давайте пожелаем Оле побыстрее открывать новые звания. Новые звания такие драгоценные. Ведь скажите, она этого достойна? Напишите, пожалуйста. Оля достойна драгоценных званий? Конечно, да. Так вот, давайте мы сегодня пообещаем Оле, что мы приложим все усилия, чтобы... все сегодня...
сегодня присутствующие 12 человек, да, и я в том числе, в следующем году были с новыми званиями, чтобы мы Олечку порадовали тем, что, ну, мы имеем действительно новое звание, и это будет большой, огромный плюс и большое продвижение к тому, чтобы Оля с Анатолием построили дом, родили девочку или мальчика. Вот, я думаю, что так, у Толи же здесь тоже есть. Вот, девочку, ага, кто за девочку, а кто за мальчика? Вот. Конечно, в нашем бизнесе очень классно ходить в декреты, тем более, что у вас замечательный онлайн-проект. И он, знаете, такой просторный, вот прям вот только двигайтесь вперед. Девчонки, я очень вам желаю, чтобы вы дублицировали своего спонсора, чтобы у вас росла команда семейного бизнеса. Ведь, знаете, я за Олей и Анатолием подтягивалась, будем так говорить, что родители берут пример с детей. И вот именно в этом я брала пример с Анатолия и Ольги. И вы знаете, я очень мечтаю, чтобы мы 10 числа, 10 января поднялись на сцену именно семейными парами. И увидели, возможно, те мужья, которые пока еще не в бизнесе Орифлейм, но они вас, ну, как они вас поддерживают. То есть они разрешают вам бывать на вебинарах, разрешают вам посещать мероприятия и так далее. Вот, то они тоже с вами вместе в бизнесе. Я очень горжусь тем, что Анатолий и Ольга работают супружеской парой. Видите, я не одна, ко мне сейчас присоединилась моя кошка Дуся, вот, и она тоже тебе, Оль, желает поздравлений, и она не, вот, вы знаете, я опять тоже, я немножко, ну, вы видите, что и блестят глаза, и, в общем-то, сумбурно немножко, может быть, сейчас говорю, но я очень счастлива, что сегодня Оля плачет от счастья и плачет команда, потому что действительно слезы счастья – это очень хорошая вещь. Когда вы испытываете это, значит, вы в правильном месте, говорите очень важные слова, которые трогают сердце. И это здорово, когда вы испытываете такие ощущения. У вас уже, наверное, пахнет мандаринами. Кто сегодня отмечает Рождество, я всех вас поздравляю и желаю всем вам мира, добра, здоровья, успеха и только радости. Оль, я очень тебя люблю и спасибо, что вы у меня есть. И, конечно, по приезду Петровича мы обязательно приедем к вам в офис. И обязательно мы вас ждем на дне команды, на дне со спонсором. Я всех жду вас 10 января, буду вас всех обнимать, заочно со всеми знакома, но, знаете, спасибо за те эмоции, которые я сегодня испытала все вот эти вот полчаса, потому что я была счастлива за Олю, что у нее такие классные девчонки. Лен, спасибо тебе за то, что ты пригласила меня и дала возможность выступить. Обожаю вас. Анатолий, любви вам, счастья и добра. К завершению. Я тоже хочу сказать спасибо, Ирина Васильевна, вам и всем, кто принял участие в вебинаре. Олечка, я думаю, ты теперь видишь, что у тебя хорошая команда, что у тебя есть подспорье, что есть у тебя на кого опереться. Мы очень много у тебя перенимаем, учимся. Очень рады, что мы сегодня, хоть ненадолго, хоть на полчаса, но мы были с тобой вместе. Еще раз тебя поздравляем с днем рождения. Вот такой коллаж сделала Юля Каптановская от нас всех. Все приняли участие, чтобы
поздравить тебя с днем рождения. Ну, вот, еще хотела показать фото, просто как-то немножко переволновалась, там перепутала фотографию, я не знаю, если Оля захочет, фотографию вот 15 лет назад. Сейчас покажу Олину фотографию, быстренько прогортаю. Я вам хочу показать, что Оля вот совсем не изменилась. Вы представляете, 15 лет. Ну все тогда, Олечка, я, значит, тогда тебе передаю слово. Я завершу. Друзья мои, видно меня, слышно меня, не знаю, потому что я с другого компьютера. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно или слышно. Все, плюсики пошли. Вот. Так, я успокоилась. Вот. Поэтому что хочу сказать. У меня нет слов сейчас, чтобы выразить то мое состояние. Ребят, вы не просто хорошая команда, вы самая лучшая команда, потому что сюрприз приятен еще тем, что не ожидаешь. Вы сегодня просто превзошли вообще все ожидания, мыслимые и немыслимые. Я вам хочу сказать огромное спасибо, потому что знаете, что все ваши слова, все ваши, не знаю, вот эти картинки, эмоции, все то, что вы сказали, оно все нашло отражение в моем сердце. Знаете, что вы все находитесь в моем сердечке, я вас ношу с собой, я каждый день о вас думаю, я каждый день встаю с мыслью о том, о чем я мечтаю, о том, какая у нас замечательная команда, и что сделать, чтобы мы с вами еще лучше работали, да, чтобы достигали еще больших результатов. Я верю в успех каждого из вас. Я действительно искренне верю и знаю, что мы не просто так с вами увиделись, мы не просто так с вами познакомились. Не бывает случайных встреч. И вы знаете, какое-то время назад у нас не было такой команды. И я мечтала и всегда говорила себе, каких я людей хочу видеть рядышком. Я хочу видеть людей рядышком именно таких, которые меня и окружают. Я хочу людей видеть таких, которые похожи на вас. Это, во-первых, это и есть вы, мои друзья. С многими мы с вами еще вообще не виделись и обнимемся только первый раз 10 числа. Но это не важно, потому что есть близкие родственные души, и не важно расстояние, правда? Не важен вообще ни возраст, ни расстояние, нигде мы с вами находимся. Я всегда хотела, чтобы наша команда была именно такой, чтобы она была солнечной, чтобы она была яркой, чтобы она была искренней, чтобы она была амбициозной. Но то, что вы сегодня для меня сделали, ребят, у меня просто нет слов. Я действительно, у меня просто слезы счастья. Конечно, я сейчас спутанно говорю, но верьте, что сегодня вы мне подарили действительно счастье и подарили действительно большой праздник. Все, я сейчас зареву дальше. Знаете, и верьте, и почувствуйте, что я вас очень-очень сильно люблю. Очень-очень сильно люблю. Да, с блестяшками в глазах. Вот так. Вот такая тоже часто бывает. Такая же плакса. Лена, спасибо тебе за фотографии 15-летней давности. Я эти фотографии хранила показать на историю, когда ты у нас станешь старшим менеджером и директором. Я эти фотографии очень люблю. Я знаю, что каждого из нас с вами связывает с кем-то уже и прошлое, и настоящее, с кем-то настоящее и будущее. Я знаю, что мы с вами подружимся, что мы с вами пойдем дальше, будем работать вместе. Да, мы все плаксы тут собрались, вы видите, что все со слезами на глазах. Вот. Поэтому... нет слов, еще раз говорю всем огромное-огромное спасибо, потому что вы мне устроили настоящий праздник, просто невероятный праздник, просто такой сюрприз, от которого хочется петь, танцевать, радоваться жизни. И Толя, я думаю, что выдержал это все. Вот еще и меня поддержит. Ну и мне вдвойне приятнее, потому что я у мамы дома, родительский дом, и тут тоже близкие, родные рядышком, они тоже это все смотрят, поэтому я им передаю привет, мы в разных комнатах. Так что я думаю, что сейчас мои родители смотрят и гордятся, какая у нас команда, какие у нас
девчонки, какие у меня растут лидеры, чистые, порядочные, добросовестные, искренние. Я не знаю, фантазии у вас просто, не знаю, просто нужно позаимствовать ваши фантазии. И еще раз хочу сказать большое-большое спасибо за то, что вы подарили такой большой праздник мне. Спасибо вам, друзья. Спасибо, до новых встреч. Все, всех с наступающими праздничками. Ну и я думаю, что в ближайшее время мы с вами увидимся уже опять на поздравительном вебинаре, где я со всей душой буду поздравлять наши новые достижения по итогам 17-го каталога. Ленка, ничего страшного. Все, мои хорошие, спасибо вам огромное. Каждому из вас спасибо. Спасибо за то, что пришли, за то, что поздравили. Поздравляли меня в скайпе. И сейчас отвечаю на поздравления в социальных сетях. Я вас очень люблю. Всем хорошего вечера, удачного. И в ближайших, конечно, хороших праздников. Всем пока-пока.